Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яван. И к шестям добавили точняк. Пацаны, что, поедем за их шестям? Короче, с вами всегда я, Эван. Продолжаем играть на сервере, смотрим, да, все как всегда. А я после того видоса с бомбежкой про обновление, но это прям самое худшее обновление, смотрим, да. Я просто не могу больше ничего сказать. Они, можно сказать, нифига почти не пофиксили. Нифига почти не добавили. И назвали это обновление 1.8. И пацаны там пишут, типа, в чате им, типа, это вообще не, типа, не обновление, это какой-то мини-баг-фикс, что ли, или ход-фикс, или просто ход-обновление, ход-апдейт, типа. Блять, еще просто, пацаны, двоечку зажимаем, когда мы так улетаем, это лайфхаки от меня, вот. Ну точно не обновление, это просто позор, я просто не могу ничего сказать. Столько мы с игроками ждали просто с октября, да? Да, с октября ждали просто, чтобы ничего не получить. Тем временем мне на бизнесе 2600 накапало, нормально. Можете сами посчитать, сколько я не заходил, не снимал бабок. Типа 2376, комиссия так, да. Комиссия, обожаю комиссию. Назову своего сына комиссия и буду с ним везде ходить. Вот это поворот! Третий перезаход уже за этот видос. Обожаю, 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 люблю, кухаю. А городская больница закончится, окей. Едем в больницу. Что сказать? Ничего не сказать. Кто это такой? Дикс Про, здорово. Вылечи меня, пожалуйста. Не, ну пацаны, я не знаю, смотра косит под РП? Или смотря, я не знаю, у других проектов нормальных просто, чтобы, не знаю, чтобы привлечь игроков, они придумают какие-то уникальные системы, как CCD и Redmir, да? Смотря, просто хэштег, как, зачем придумывать другой, если можно сделать так же, как и на Redmir, и на смотре, и, говорю, на смотре, и на CCD, игроки к вам тоже придут, потому что такие же фишки. Ват вообще. Короче, все, что я могу сказать, что проект понемножечку умирает. А вот это в чате «Привет, вылечи меня», это мне капец как сам напомнило. Ставь лайк внизу там под и пиши комментарий, если тебе тоже это напомнило, что «Привет, вылечи меня». Они еще этот биндер рубили. Что, а что у вас болит, они все. И вы знаете, что все, конечно, каждый, кто играл сам, писал, что у него болело. И мы знаем все, что у него болело. Да, голова у него болела, конечно. Конечно. Так. Ну, сейчас это будет дикая конкуренция, мне кажется, чтобы поработать этим. Луи Виттона, кстати, да, добавили текстурку Луи Виттона. Никотин! Ку! Никотюша! Никотин! Он что, обиделся? Продай мне 30-10 тысяч. Кто-то просто угорает. Ясно, никотин обиделся, хотя в моей беседе падла сидел. Окей. Ну ладно. Так. Бизнес, у меня просто привычка, пацаны. Окей, тогда давайте не поработаем. Если я уже сюда приехал, давайте уже поработаем, что ли, этим. Водилой. Больницы. Водилой больницы. Сказал, ну, конечно, как отрезал просто. Закончить смену. 96 тысяч, неплохо. Давайте, продолжить смену, ничего себе, так. Давайте я просто засечу 10 минут на секундомер. Ну, давайте 15, ну, 10, давайте, 10, чтобы мне легче было монтировать. И посмотрим, сколько за 10 минут можно релиз заработать. Я врубил, запустил, все, врубил секундомер. Так, F6, можно вылечить игрока. Слишком далеко, давай зефирушку. Вы успешно вылечили игрока за 1000. Ага, то есть, пофиг, можно на ЕКХ просто приехал? Что, хочешь подарок? Можно, я же понял, пацаны, в чем. Бон Кантри, это где? Это где-то ясно, Форт Карсон. Короче, пацаны, я уже понял, какой баг можно использовать. Просто приехали к игроку, просто подъезжаем, он стоит, мы просто подъезжаем, нажимаем вылечить игрока, он даже не соглашается, и ну типа тупо не соглашается, и сразу его просто лечим, и просто изи косарь.
Я постекательно, давайте так поедем и какашу сделаем. Надеюсь, за это меня не забанят. Ну ладно, давайте уже после 10 минут. А сейчас 10 минут мы будем работать. Просто лететь на все заказы. И кстати, на рабочей тачке они все-таки хотя бы эту дичь пофиксили, что на рабочей тачке штрафы не приходят. Вот. Хотя бы это нормально. Да, 13.56 в то время, когда на улице уже 7 часов вечера. Конечно. Да, да. Ну чё ты... А, блин, мигалки надо рубить. Вот, ку-ку. Липатин, здорово. Ой, Инекс, здорово. Так, можно мне мигалки врубить, блядь? Или как-то это будет как в прошлый раз, можно? Ясно. Понял, принял. До свидания. А где звук? Блять. А, и предупреждение сохранилось. Это получается ранг, пацаны, надо получать сразу. Это. Короче, начал работу не так, как на инкассатор. Начал, закончил, тебе заплатили. А здесь начинаешь смену и все. На черон звук добавлен чуть. Можно? И, конечно же, у меня вылетит. Нет, не вылетело. Не вылетело. Можно звук скрутить? Короче. Life is здорово, да. Чё я говорил? Уже забыл. Короче, не важно. Просто минус настроение, смотри. Но вечером я еще запишу видос и, наверное, вставлю, наверное, с обновлением, где добавили эти ящики всякие новогодние, где можно выбить и по куче денег, и по номерам, и там тачки вроде выбивали, пацаны, или нет. Или тачки, это я уже брежу. Не помню, но точно номер. А, вот, про ранги, вот, то есть... Ты если получил, я теперь понял, в чем прикол этой системы. Все, у меня сейчас первый ранг, да, мне надо вылечить 3 человек. Вроде. Ну, короче, каждый, второй ранг 10, и там, короче, все больше и больше. Типа, если вы получаете 3 предупреждения, у вас опять первый ранг. Поняли? Походу, это так работает. Я не подстрекатель, если он еще будет в скалах вот этих, это будет прям капец, как обидно. Я уже просто чувствую, как я на эту гору не выберусь. О, нитро, давай. Закись Ашота. Помогал мне, кстати, выбраться. Да я не хотел бежать. И сколько там уже на часах 23, я на шаг от 30, да. Только хотел сказать, но на часах 3.47. Я еду за бомжом 24/7. И моя рэпер. Обследование пострадавшего. Я бы заметил, что 56 уже 4 секунды, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Окей, посмеяться, уехать, увести... Извлечь половой орган с предмета, чего, блять? Вы обнаружили потерпевшего состояние жуткой смущенности, потерпевшего сознания, застрявший в металлическом предмете половой орган. Конечно, отвезем в больницу. К сожалению, пациент получил увечья, начальство об этом указало. Увечья? Пацаны, я не подстрекатель, я просто украинец, я в душе не выучу такой увечье. Начальство об этом узнало. Давайте я загуглю, что такое увечье. Ясно, у меня уже 2 выговора. Это еще надо... Это еще надо угадывать, что... Где посмеяться, где т.д. и т.п. Увечье, телесное повреждение от ранения. То есть, если у меня какая-то рана, вы получили предупреждение выговор. А можно мне F6? Пацаны, можно мне следующего пацана, пострадавшего? То есть, если у него какое-то тяжелое ранение, мне надо делать что-то на месте, я так понял.
Потому что вот сейчас я типа хотел его поднять. Ну там что-то ему фигово стало, ну короче, не хочу это разглашать. Мне кажется, или это баг опять появился, что... А чё двери открылись? А нет, всё нормально. Bonnie Country, Bonnie Country, шо опять? Что это теперь, просто фантазия Санька придумает? Я больше ничего не могу сказать насчёт этого. Прошло уже 6 минут, я ничего не сделал. Я думал, тут каждого, типа, надо будет возить в больницу, типа, ага, еще надо на месте. А мне интересно, какая разница, типа, где на месте работать, типа, сколько, если ты не будешь вести, заплатит, и сколько, типа, будешь вести, сколько заплатит. Вот это тоже интересно. Да, и, кстати, вы заметили, как я тогда в ролике с обнулением ввез пациента, короче, не самым осторожным методом, там писали, типа, не прыгайте, не резко не поворачивайте, я там из холмов прыгал, т.д. и т.п. И, кстати, за это мне ничего не сказали. Да. Эх. Так, можно сюда, 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 сюда. Где этот пациент, ёбана? А, вот. Это что, бомж? Так, 3 секунды, 86 было. Что хотел сказать, самое нормальное это работать в жизни, не идти на айтишников, программировать, ну типа, как я пошел. Я просто заметил, ну конечно это гон, пацаны, не воспринимать. Короче, не берите это всерьез, но просто если вы пойдете на фельдшера, то есть водителя этого скорой помощи, то можете ездить как GTA, без правил. Вот это я шутник, да? Вы обнаружили потерпевшего состояние слабкого алкогольного опьянения. Потерпевший стошнило, и он совершил вызов. По внешним признакам проблемы отсутствуют. Дать таблетку аспирина. Пациент получил весь, начальство этому узнало, продолжайте работу, забудьте, будто ничего не было. Министерство оплатило вам 18 тысяч. Чего? Что-то когда пацаны, кто пошел на программиста, поймет, просто, наверное, разработчик. Но Санек, он, наверное, не более шарен в алгоритмах и не знает, какой алгоритм рубить. Дал аспирин на таблетку 18600. Ну, в жизни бы так. Но только сколько я ехал, и т.д. и т.п. Короче, все, что я могу сказать, пацаны, давайте 15 минут я поезжу, а не 10. Потому что здесь, как вы видите, разные заказы. Не надо везти каждый раз в больницу. Потому что раз я привез в больницу, получил, например, 96 тысяч, да? А сейчас не ехал в больницу, но уже прошло 8 минут, и я заработал 18, вот. Ну, там, конечно, еще тот пациент был, ну, где-то сотку. Сотку за 10 минут. Две сотки за 10 минут. Но то, что очень долго ищется пациент. Пацаны, давайте мы сейчас посмотрим этот баг. Ну не баг, а просто недоработка. Тейп, да? Нажимаем F6. Тейп. Вылечить... Я мудак. Спасибо. Ку. Видос. Да. Привет. С Новым годом. Я только что допёр, что написано вылечить, и с вас 1000, не с игрока, а с меня. Ага, я теперь понял, как я всрал 3000 только что. Нормально, нормально, нормально. Тем временем прошло уже 9 минут 42 секунды, я нифига не сделал. Пациентов нигде не выбивает. Заебись, у меня 2 из 3 предупреждений. Нормально, нормально. Лас Вентурас Принкл Пайн. Включите мигалку. Добавите дверь, там чё, плохой замок стоит или чё? Только же новую патрульку получил. Не хотел сказать патрульку эту. Скорую помощь получил он карету. Карету скорой помощи. Он ноль пробега просто. Да. Сейчас будет обидно, если я проеду, будет дом по ГОЗу, знаете. А я потом такой... Поехал за деньгами, приезжаю, его купили. Да. Я проехал поворот. Это тоже не особо так уж хорошо. Тем временем прошло 10 минут.
а я только херней страдаю. Но в принципе работа по задумке своей прикольная. Типа, все, что они, можно сказать, позаимствовали в Радмира, это тачки, очень похожие прям. Только у них Ambulance, то есть по-английски написано, они написали по-русски, вот. И то, что вот это каждый раз к персонажу надо проходить, ну то, что они свое добавили, это то, что на селке добавляется, добавляется диагноз. Вот, все, что они свое добавили. Больше ничего, я бы не сказал. Надо посмотреть еще на работу пожарника, может там... Они где-то тоже стыбились с какого-то проекта. Но в принципе, так для разнообразия, работа для новичков, не так, как они добавили работу сам, ну, летчика с 40 уровня, который, блин, сложно добыть. Вы обнаружили потерпевшего в состоянии зноба. Потерпевший в сознании по внешнему знаку в медицинском осмотре было определено высокой температурой, насморк, кашель, воспаление стенок на своей глотке. Да чё ты, это спиной грипп, черт побери. Ну и чё? Дать лекарство и поликлинику. Отвезти в больницу. Продолжайте работу. Как будто ничего не было. Министерство оплатило вам 16400. Я не понимаю, что здесь делать. Вот Рили не помню. Не Ставьте лайк, если вам понравился данный видос, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, как вам был данный видос, пишите какие-то видосы, не знаю, скоро будет у нас конкурс на Смотраймта, так что подписывайтесь на канал, да, колокольчик можете поставить, чтобы не пропускать мои видосы, так как в последние недели, вот эту новогоднюю, будут выходить каждый день видосы, и, наверное, где-то 2-3 числа, кстати, вступайте в мою группу там в описании, я выпущу видос. Не знаю, не выпущу, я говорю, ну типа, найдем типа. Типа, что-то у меня в последнее время типа. Что-то типать начало меня. Ну короче. Мы выберем пацана и прокачаем его тачку. Короче, тачку на прокачку сделаем. Так что вступайте в мою группу ВК. Именно там мы выберем пацана. А возможно, я просто скажу в начале видоса, там типа надо будет репостнуть там запись. Ну короче, конкурс новогодний будет, потому что у меня каждый год был новогодний конкурс этого года, я что-то забил. Короче, что-то я отошел от темы. Спасибо, что посмотрел данный видос, что посмотрел его до конца. С вами был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем пока.